Здравствуйте! Кто из нас не задумывался о несправедливости этого мира? Вы открываете душу человеку, а он вас предает. Вы заботитесь о ком-то, а он лезет вам на голову. Почему никто не замечает и не ценит добрые дела? Люди просто закрывают на них глаза. Почему за искреннее желание помочь могут даже плюнуть в лицо? Чем вы заслужили это? Должны ли вы все же делать добрые дела? Стоит ли оно того? Эта притча может ответить на ваши вопросы мудро и верно. Однажды в дом мудрого старика пришла молодая женщина, которая, захлебываясь слезами, рассказала ему свою историю. «Я не знаю, как жить», — сказала она дрожащим голосом. «Всю свою жизнь я относилась к людям так, как хотела, чтобы они относились ко мне. Я была с ними искренней и честной. Я пыталась помочь, не ожидая чего-то взамен. Но в ответ люди просто использовали меня и насмехались за моей спиной. Мне очень больно, и я ужасно устала. Прошу вас, скажите, что делать?» Мудрый человек терпеливо выслушал ее и сказал: «Разденьтесь и выйдите голой на улицу». «Извините, но вы, наверное, шутите!» – вскрикнула она. «Если я выйду раздетая, все начнут улюлюкать и издеваться надо мной». Мудрый человек внезапно поднялся, открыл дверь и положил зеркало на стол. «Вам стыдно выйти голой, но вы почему-то не боитесь ходить с раздетой душой. Она у вас распахнута, как эта дверь. Вы позволяете абсолютно всем заглядывать туда. Но ведь душа – это зеркало, и именно поэтому мы можем видеть себя в душе других людей. И если люди видят в добродетелях отражение безобразия своих пороков, то стараются оклеветать, унизить, обидеть вас. Не у каждого есть мужество признать, что кто-то лучше его. Что мне тогда делать? Как я могу изменить это, если от меня ничего не зависит?» – спросила она. «Пойдемте со мной, я хочу показать вам кое-что. Это мой сад. На протяжении многих лет в нем цветут эти цветы, а я забочусь о них. Но они бы никогда не распустились для того, кто не ухаживал за ними». «И вы учитесь у природы. Посмотрите на эти чудесные цветы и делайте так, как они. Открывайте свою душу только хорошим людям. Избегайте тех, кто ломает ваши лепестки и заслоняет их от солнца. Эти сорняки растут лучше цветов, и вы ничего не можете с этим поделать. В мире много грязи и зла, но тот, кто хочет, остается чистым. Будьте честны перед собой и другими. Тем не менее, помните, не стоит метать бисер перед свиньями. Это не поможет ни им, ни вам. Делитесь своими душевными богатствами только с теми, кто этого заслуживает. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!»